Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян находится в Ханкенде. Покидать точку дислокации она отказывается. Готова стрелять в кого угодно, но уходить не буду, сообщила Акопян на своей странице в Facebook. Я, мой отряд, продолжаем сохранять позиции. Нам было поручено охранять ущелье, откуда могли пройти вражеские диверсанты. Нам было поручено контролировать это ущелье и при необходимости нейтрализовать противника, кем бы он ни был. Заявление жены Пашиняна вызывает вполне логичный вопрос. В кого это Акопян собирается стрелять? Армянская сторона сама приняла решение о капитуляции. Боевые же действия приостановлены уже несколько дней. Согласно трехстороннему заявлению по Карабаху, сейчас Ханкенди с оружием в руках должны быть только российские миротворцы. Выходит, что именно они являются целью Акопян. Возвращаться в Ереван для Акопян действительно небезопасно. Ее там ждет разъяренная толпа. Ранее протестующие ворвались в резиденцию премьера и даже побывали в комнате его супруги. Демонстранты украли дорогостоящие часы, духи и даже водительские права Анны Акопян. Примечательно, что армянское общество возмутил не сам факт кражи, а условия, в которых жила семья Пашиняна. Похоже, экономический кризис, пандемия коронавируса привели к снижению доходов только самого населения, а вот на благосостояние премьера они никак не отразились. По официальным данным, Никол Пашинян зарабатывает 16 тысяч долларов за год. Зато у так называемого борца с коррупцией и бедностью имеются часы стоимостью 1,3 миллиона долларов. Все это запечатлено на телефон армян, вломившихся в апартаменты премьера. К слову, отвечать на претензии протестующих граждан Пашинян и его супруга не желают. Они лишь кормят недовольных статусами в соцсетях.